Влаштовуйтеся зручніше. В ефірі найемоційніший і найдивовижніший проект «Панянка – селянка». Сьогодні у програмі переплетуться два життя і дві різні культури. Зустрінуться гарячий Схід і холодна Сибір. Вишукана модель із сонячного Баку на три дні вирушить в холодну Новосибірську область. Я навіть не знаю, що брати з собою. Щоб випробувати свої сили і можливості. Холодно. Сьогодні сніжок, тепло. А усміхнена селянка вперше покине межі свого краю, аби зануритися в розкіш життя в Азербайджані. Зараз на тебе 12 тисяч фанат. Чи впораються дівчата з завданнями? Тетя, я більше не можу. Чим вразить панночку Сибір? Приблизившись ближе, я просто розумію, можливо, це вок. І як зустріне селянку Баку? Мені було безумно приємно отримати букет від незнайомого чоловіка. Зараз побачимо. Ми їх називаємо копита. У мене вже губи не рухаються і пальці на руках теж. Столиця Азербайджану – сонячний Баку. В минулому столітті його називали другим Парижем. Сьогодні ж своїми сучасними хмарочосами він більше нагадує Дубай. Але все ж не втрачає шарму стародавнього міста. Це справжня перлина Сходу. І тут у достатку й розкоші живе мила панянка Каміла Бабаєва. Я працюю моделлю, участвую в фотосесіях, в зйомках рекламних роликах. Это моя квартира, она двухкомнатная. Все, что вы видите здесь из дерева, это все ручной работы. Я трачу приблизительно около 3000 долларов в месяц. Это без путешествий и без шопинга. У меня есть машина, это Porsche Panamera. Несмотря на то, что это Turbo S, я не люблю скорость, и это всего лишь для меня элемент роскоши. Я могу носить и кроссовки, но больше, конечно, предпочитаю высокие каблуки. Любимые мои туфельки – это лабутены. И еще у меня есть Givenchy, Zanotti, много разных. Это самая дорогая вещь в моем гардеробе. Это норковая шуба, она стоит 9000 евро. Я капризная, я лентяйка, я обожаю поспать, просыпаюсь поздно. В селе я никогда не была. Мне кажется, что люди там просыпаются чуть ли не на рассвете. Мне кажется, что там нет Wi-Fi. Ох, вже нелегко тобі там буде. А куди саме ти поїдеш, читай. Бери одежду потеплее и отправляйся в путь. Тебя ждет путешествие в далекую Сибирь. Как ты думаешь? Готовься, Кама, все нормально. Сибирь! Ребята, я в шоке. Я считаю, что Кама и село – это антонимы и несовместимые понятия вообще. Я даже не знаю, что брать с собой. Самое главное – тулуп и валенки еще. Я хочу уехать, чтобы увидеть себя со стороны, испытать себя, проверить себя, и, возможно, мое мировоззрение изменится. Новосибірська область – найхолодніший регіон Росії. Зима тут дуже сувора і триває аж 165 днів. Але мальовничі пейзажі компенсують цей невеличкий недолік. Селянка Марія Макаревич живе в селі з дуже смачною назвою – Ковбаса. Я живу в большом, для меня кажется, доме. Здесь 4 комнаты. Это зал, это наша русская печка. Я живу с родителями. Ну, Маша у нас имеет свой характер твердый. Если чего-то она задумала, то она добьется того, в крайнем случае. Сейчас в хозяйстве у нас конь, 2 хрюшки и 30 овечек. Ась, кушайте, кушайте.
папой мы обычно ходим на рыбалку. Подкинула кверху, опустила. Если щука где-то есть, она сразу схватит. Я работаю в школе, преподаю предмет обществоведения. А так как я работаю учителем, я стараюсь одевать какие-то классические вещи. Это платье купила за 700 рублей в нашем районе на рынке. В месяц я могу потратить около 2000 рублей. К деньгам она относится с умом. Этот обмен – это первый выезд мой в другую страну. А яка саме країна стане першою в твоєму списку, дізнайся прямо зараз. Ты отправляешься в одно из самых богатых государств Южного Кавказа – Азербайджан. Вот это круто! А 3 дня ты проведешь в крупнейшей столице Востока – Баку! У-ху! Для меня выезд и обмен – это узнать, что бывает вообще и другая жизнь. Ну все, мы тебя будем ждать! Ви готові до вибуху емоцій? Тоді поїхали. Обмін починається. Бакинська панянка Каміла вже в холодній Новосибірській області. Привіт, Каміла. Ну, привіт. Найди автобус, який йде в направлінні Вочкарьовки, і вийди на остановки в селі Колбаса. Там тебе зустрічать. На дорогу оставляю тобі 70 рублей. Приятного путешествия, Маша. Надо искать автобус. Ти права. Поспішай до КАС, там тобі точно скажуть, який автобус твій. Здравствуйте. Мне нужно добраться до Бочкарёвки в село Колбаса. А до Бочкарёвки сегодня не его день. Сегодня не его день. Да. Маршрутки нету до Колбасы. Как добираться теперь? Мужчина, извините, вы не подбросите меня в село Колбаса. Извините, вы не подвезете меня до села Колбаса. А, нет, извините, я на работе. В Баку мы давно уже довезли туда, куда надо. То есть никто вообще не реагировал на меня. Холодно. Пожалуйста, остановите. Доведите, пожалуйста, до села Колбаса. А, спасибо. У меня столько счастья было, что наконец-то я сяду в теплый салон машины, согреюсь. Година езды, и Камила в селе с аппетитной названием Колбаса. А кто меня встретит? А, вон кто-то. На лошадке? Я за вами, такси вот подано. Девушка замерзшая стояла. Ну, было очень жалко смотреть, если честно. У нас зима настоящая, вы без шапки. Придется вот так, наверное, сделать. Ой, вот. Спасибо. Я Машин папа, дядя Коля. Меня Камила зовут. Мне сюда садиться? Да, да, да. Какое-то приспособление, похожее на ванну, но это было плетеная ванна. Как. Ну, да. Каміла вже їде на швидкісній ванні у свій новий будинок. А Маша лишень прилетіла в сонячний Баку. Добро пожаловать в Баку. Меня зовут Эмин. Меня зовут Маша. Эмин мне очень понравился. У него красивое лицо, и он шикарно выглядит. У вас так тепло, климат не для меня. Вот сейчас у нас где-то 8 градусов. Снег тоже бывает, но он у нас быстро тает. А город большой? Большой. Есть исторические достопримечательности. По пятницам и субботам мы ходим в клубы. Обязательно понравится. Ночная жизнь не для меня. Я учитель, я очень скромно себя веду. Вы учитель? С ней общаться было очень приятно. Видно, что она грамотная. Это твоя машина? Это да. Сколько она стоит, если не секрет? Она стоила 260 тысяч долларов. О. А у Камилы есть машина своя? Да, Porsche Panamera. Турбо С. Porsche Panamera. Porsche. Я не повторю даже. Маша насолоджується поїздкою в розкішному автомобілі. А в селі Ковбаса Каміла вже готова до огляду нових володінь. Такі дворики і домики я видела, ну, в каких-то фільмах про полярні експедиції. На снегоход похоже. Ух ты. А здесь газ и тормоз. Ну так, интересная вещица была. Хотела бы на нем прокатиться. Далее в программе. Зустріч зі страшным звіром. Приблизившись ближе, я просто понимаю, это волк. Перші труднощі заможного життя. Где-то здесь свет. Хлопать нет. Завдання для тендітної панянки. Больно-то как. Ой, может хватит. И щедрые бакинские чоловіки. Мы берем кошелек и шапочку.
Залишайтеся з нами. Було інтересно. Да ладно. Так, а тут что? Ух ты, какая собачка красивая. Приблизившись ближе, я просто понимаю, что, возможно, это волк. Нет, я боюсь. Ну все, я пошла обратно. Барашки. У нас, азербайджане, мы режем барашков на Гурбан-байрам. То есть это как жертвоприношение, да? Вот они, наверное, почувствовали, что я оттуда, и поэтому меня боятся. У меня уже губы не двигаются, и пальцы на руках тоже. Нужно зайти в дом. Домик, конечно, у них очень маленький, но при этом уютненький. Деревенская, наверное, какая-то печка. Наверное, они здесь еду готовят. Ковер. У нас в Азербайджане очень они ценятся. Я в какой-то степени почувствовала себя как дома. Ух ты, это гармошка. Тяжелая. Звуков нет. Було інтересно. Пограла? Пора із новою сім'єю знайомитись. А ось і вона. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Камила. Видать, что девушка из состоятельной семьи. Как я поняла, вы Машина мама. Машина. А это Машина сестра. Нет, я тетя. Мне очень приятно. Люди оказались очень приветливыми, гостеприимными. И отдохнула, согрелась. Сейчас будем работать. І поки Каміла готується до першого сільського завдання, Маша відчиняє двері свого нового розкішного будинку. Ласкаво просимо. Когда я зайшла в дом, то я поняла, що це дуже багата сім'я. Ух ти! Все дорого, со вкусом. У-ху! Клас! М'яко, тепло, уютно. Ну, все равно, звісно, не наша деревенська печка. Що у нас ще є посмотреть? Так, так. Где-то здесь свет. Что она выдумывает, люди? Хлопать нет, сенсор. Что тут, нужно петь в этом душе, чтобы он загорелся, этот свет? Жаль, что Камила не подписала табличек, как включить, выключить. О, кухня. Смотрите, она оставила вкусняшки. Некоторые фрукты, которые стояли на столе, я ни разу не видела. Вот этот зеленый фрукт, я вообще думала, что это какой-то овощ. Для меня это было новое, неожиданное, и вообще я не знала, как это можно есть. Надеюсь, что Камила питается не только зеленью и фруктами. Так, тут я думаю, что гардероб Камилы. Но платье в полном в деревне не находишься. Всю грязь соберешь и принесешь домой. Вот это вот меня поразило просто. Мне кажется, она мне идет. С каблуками такими в нашей деревне можно только стоять. Не очень люблю вот такие туфли, мы их называем. Копыта. На таких ходить, да даже и стоять. Для меня это стресс. Кстати, наверное, вот это для меня. Что же ждет меня впереди? Прямо сейчас отправляйся на прогулку по старому городу. Феликс составит тебе компанию и покажет один из моих любимых ресторанчиков. Ух ты. Твой бюджет на сегодня $1500. Боже, я в руках такое в жизни не держала. У-ху! Маша у передчутті, а Каміла вся в роботі. Разом з новою мамою панянка готуватиме вечерю для родини. Будемо варити молочний суп. Не слышала. А молочный суп молоком, с молоком, конечно. Картошкой и? Солью. Легкий. Вареная картошка для меня с молоком – это несовместимо. Где ты работаешь? Я работаю моделью. Снимаюсь в фотосессиях, рекламных роликах. Ты же мусульманка чисто, да? Да, мусульманка. Ну, вот какие ограничения? Что можно тебе рекламировать? Какую одежду? Модель в Азербайджане не может сниматься в откровенных каких-то фотосессиях. Наш менталитет не понимает такие вещи. Будут упрекать и так далее, да. Русским моделям, может быть, и стоило поучиться поведению у девушек из Азербайджана. Нам надо теперь немножко дров еще в огонь. Вот тебе ножик. Бери вот полежка дров и строгай лучинку. Давай. Дави. Больно-то как. Ой.
Во! Очень хорошо пошло взять колечко. Такая. Ручки у нее не предназначены для физической работы. Может, хватит уже? Хватит, давайте. Так. Бросай в печь и будем ставить. Давай, ставь все. Верять. Півгодини і молочний суп з печі готовий. Смачного. Так, ну, вид хороший супчика. Смотрите, у меня получилось. Вполне годится. Ну, то есть я не назову это супом, но можно закусить так. Я попробовала, положила ложечку на место. Честно говоря, мне не понравилось. А в Баку Маша вже і про піч забула, і про холод. Дівчину чекають нові знайомства з містом і людьми. Добрий день. Привіт. Фелікс. Маша. Дуже приємно. Пойдемо, я покажу тобі старий город. Хорошо, пойдемо. Старий внутрішній город. Це те, що залишилось нам від древності. Это наша гордость, это наша история. Баку сочетает в себе и древность, и современную архитектуру. Это все ручная работа, ковры как бы один из символов Азербайджана. И даже они передаются из поколения в поколение. А вот это что за красота такая? Женский называется арахчи. Можно по... Давай, примерь. Она такая очень светлая. Ну, видно, что она не урбанистическая девочка. Красиво очень. Классные вещички. Мне вот это нравится. Мы берем кошелек и шапочку. Ну, тогда сразу ее и одеваем. Ну, давай. Ты превратилась сразу резко в ботинку. Азербайджанские мужчины очень щедрые и умеют окружать вниманием и заботой. Помимо того, что город полон тайн и загадок, здесь много снимали фильмов. Один из них – «Бриллиантовая рука». Самый знаменитый эпизод оттуда, черт побери, снят вот именно здесь. А, да ладно. Урген Ластри, черт побери. Второй старый, черт побери. Черт побери. А! Черт побери. Черт побери. Черт побери. А! Черт побери. Фильм «Бриллиантовая рука» я смотрела очень много раз, но я и представить не могла, что фильм снимался в Баку. Это дворец Шерваншахов. Они правили у нас в средние века. Ух ты, какая красота. У меня нет слов. Это великолепно, мне кажется. Красивее в жизни я ничего не видела. Меня удивляло то, что ее удивляет практически все. Мне очень приятно, что она была так поражена Баку. Після прогулянки селянку з апетитного села чекає не менш апетитний сюрприз. Традиційне бакинське чаювання, звичайно, із солодощами. Чому у вас так необычні стакани наливають чай? Ці стакани називаються армуди. Армуд – це по-азербайджанськи груша. І бачиш, як вони в формі груші. А форма стаканів для чаю така необычна, тому що в таких стаканах чай долго остается горячим. Очень вкусный чай. Смотри, это пахлава. Это шакер-бура, ореховая люля. А это у нас экзотика, я думаю, что для тебя будет. Это варенье из грецких орехов. Да ладно, я даже не знала, что варенье бывает из грецких орехов. Варенье на вкус было изумительное и несравнимо ни с чем. От первого дня своего я просто в восторге. Я очень рад знакомству. День был очень насыщенный, мне очень все понравилось. На такій смачній ноті закінчився перший день експерименту. З новими емоціями і знаннями дівчата засинають. До завтра! Другий день обміну починається в селі Ковбаса. С утра отправляйся на мою работу. После отготовь все необходимое для дома и в дом. Деньги тебе сегодня не понадобятся. Работай на совесть, Маша. Наша панна прокинулася и поспішає дізнатися, що їй готує день прийдешній. Меня зовут Юлия Юрьевна, я коллега Марии Николаевны. Она у нас ведет в школе обществоведение. Мы предлагаем вам провести этот урок на тему, как быть успешным. Я вздохнула и подумала, что ну хорошо, что там не математика, не синусы, косинусы, а успех. Дуже скоро вы дізнаєтеся, чи впорається панянка з роллю вчительки. То есть у меня нервы не выдержали. Що налякало Машу в розкішному житті? Яка традиція здивувала тітку селянки? Одна із традицій кавказьких, хороша, яку потрібно підтримувати. І несподіваний поворот. Селянка наречена. Ох, я дуже хвилююся. Залишайтеся на ТЕТ. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте.
Сегодня я буду вести урок обществоведения вместо Марии Николаевны. Меня зовут Камила. Только я хотела сказать, какая будет тема урока, они начали засыпать меня разными вопросами. А у вас есть корова? У меня коровы нет, у меня машина есть. А как вы зарабатываете деньги? Я работаю моделью. Мне было интересно, какая я в их глазах. А как нужно правильно идти модели? Так, я сейчас покажу тебе. Смотрим вперед, уверенной походкой. Ногу одну за другой переставляем ровно. Повернулись и пошли дальше. Если бы был выбор между уроком обществознаний и смотреть на модельные, то есть походки, я бы выбрала смотреть на модельные походки. Спасибо. Ну, контакт вроде бы наладился, и тут они начинают баловаться. Меня вообще не слушают, никакого внимания на меня. А вы все время так делаете? Очень некрасиво. Я просто так закипела. Я собралась и просто объяснила им, что шутки со мной плохи. Я говорю. По моему лицу они поняли, что так вести себя не надо. Давайте уберем все это. Нормально вести урок. Они все убрали, и мы продолжили спокойно наше общение. А какие цели у вас, ребята? Я хочу получить высшее образование и устроиться на работу. Здесь, в селе где-то работать? Нет, я хочу в городе Новосибирске. Я хочу стать профессиональным хореографом. Тоже в городе? Да. Ну и так, если будет каждый год кто-то уезжать, то вас вообще здесь не останется. Стать моделью – это было моей целью. Я вам желаю, чтобы вы пришли к своей цели, чтобы добились ее. На этом урок окончен. Спасибо. Я бы хотела, чтобы она еще сюда приехала. Блин, вот сложно было. Ну, совсем не мое. Работа учителем мне не понравилась. На это нужно терпение, большое терпение, которого у меня нет. А в Баку, в королівському ліжку, Маша тільки прокидається. А ну, які завдання будуть у тебе сьогодні? С утра тебя ждет знакомство с моей работой. Ну а после немного спорта и удовольствия. Твой бюджет на сегодня – $3000. Ну что ж, пора готовиться. Маша теж збирається швидко, щоб скоріше відправитися на перше завдання. У вас сегодня будет фотосессия для журнала «Невест». Побывать в роли модели для меня это был шок. Не лякайся, Машо, адже у тебе є унікальна можливість відчути себе в абсолютно новій ролі. Так, нескромный вопрос личный будет, можно? Угу. Жених есть? Нет, не замужем. Не замужем? Жениха нет. Зачем так? Не скучно? У нас в деревне просто нет особо вариантов. Но родители уже внуков просят. Ну, после этой передачи, я думаю, что у вас поклонников полно будет. Маша мне очень понравилась. Она душевная, очень такая милая, невинная. Тоже в душе ребенок. То можно себя посмотреть. Ну как? Да, это что-то было. Она меня превратила в такую красотку, что я просто себя не узнала. У нас же обычай есть, чтобы парень пока тебя не увидел, mm-hmm. он должен тебя увидеть вот так. Потом он сам открывает тебе лицо mm-hmm. и целует в лоб. Лоб? Почему лоб? Ну так принято у нас. Культурно. У нас горько, морька нету. Я не могу насмотреться на себя. Очень мне нравится. Когда мы еще и одели платье белое, то слов у меня уже не было, одни эмоции. Эта лента означает невинности. Ой, я очень волнуюсь. Я очень сдержанная, но я уже... Очень красиво. Действительно, когда говорят, что нужно обязательно побывать в платье, это правда. Какой-то особый такой смысл такой. И желаю на самом деле тебе женское счастье. Надеюсь, что скоро я буду в таком же, как ты. Я желаю от Бога тебе хорошего мужа. Ну все, ты готова? Да. По душе поговорили с тобой, а теперь надо работать. Хорошо. Не забудь, ты сегодня модель. Мне кажется, с ролью фотомодели я справилась, так как я уже
вошла во вкус, когда поняла, что вот, на мне фата, корона, я красивая, что, в принципе, я могу фотографироваться, и в кадре я буду смотреться хорошо. А тим часом у Каміли в селі роботи хоч греблю гати. Разом з тіткою селянки панянка повинна побілити піч. Так же, як кісточкою роботиш, нічого страшного. От видиш, молодець. Поки поживеш в деревні, всьому научишся. Можна тебе і замуж буде видавати вже. Що требує мужчини взагалі від жінки у вас? У нас мужчины, в сравнении с вашими мужчинами, более строгие, требовательные в том плане, чтобы больше как бы время уделяло мужу, больше дома находилось, больше детям уделяло время. Я думаю, что кавказские мужчины диктуют свои правила. А расскажи вот мне, для азербайджанских женщин важна ли репутация, то есть когда выходят замуж? Ну, ты понимаешь. Если так говорить откровенно, то если у нас в Азербайджане девушка не девственница, то ее замуж не берут. Даже так? Да. Если невеста вдруг обманула жениха? У нас есть специальная женщина, которую называют енгя по-азербайджански. То есть она идет вместе с женихом и невестой. Ну, как бы, когда они заходят на брачную ночь, она ждет как бы в другой комнате, и жених выходит и ей говорит, то есть девочка она или не девочка. Я думаю, что это действительно одна из традиций кавказских, хорошая, которую нужно поддерживать. Ну как, нормально? Хорошо. Я думаю, Маша будет довольна. Печку я красила на совесть, у меня это получилось. Если эту работу покажет Маша, то мне будет не стыдно. Повернемося в Баку. Там селянка продовжує насолоджуватися атрибутами розкішного життя. Зараз у неї буде, ну, дуже цікавий урок з елементами екстриму. Сьогодні будемо вчити арабські танці. Ти готова? Ні. Будеш готова? Я не була готова до цього. Давай, один раз. Бум! Боже, я вообще не могу. Ну все, все, давай. Ну если ты будешь смеяться, у тебя ничего не получится. У меня и так ничего не получится, я не умею танцевать. Она все решила, что она не умеет танцевать, значит, она не умеет. И она стесняется, не знает, как выразить это. Видишь, получается. Сейчас перейдем на настоящий танец. Я тебе сделаю сюрприз. Хорошо. Жди, я сейчас. Жесть вообще. Это выглядело ужасно. Сейчас будешь эти же движения делать с ней. Без нее никак. О, боже мой. Она ручная. Иди встань здесь. Встань. Представь, что там шейк стоит. И ты должна станцевать. Маша. Нет. Я же все равно тут сделаю. Не бойся. Туда посмотри. Вон туда. Я думала, все, она вот категорически, у нее истерика. Ты если решишься, то я ей себе положу. Ты потом крепишь к ней. Вообще не будешь бояться. Я тебе говорю. Давай. Руки просто вниз сделай. Вот. Все. Все, Маша, все. Все. Вот так. Смотри, как надо. А сейчас сделай раз-два. Сделай. Станцуй. Ой, какая она большая. Угу. 10 килограммов. Я даже не могла представить, что я когда-то возьму в руки змею, еще что-то выделывать, движения какие-то. Для меня это было просто невероятно. Видишь? Ты, главное, это переборола, ты ее держишь в руках. И главное, что ты в этой жизни сейчас будешь ничего не бояться. О, да. Не бойся ничего в жизни, вот и все. Для меня это значило то, что в другой какой-то важной стрессовой ситуации я могу решиться и перебороть свои страхи, панику. Ось так корисно для обох героїнь закінчився другий день обміну. Далі ви побачите. Заклякла панянка. Сьогодні сніжок, тепло. У мене вже сосульки з носа свисають. Дорого, не завжди красиво. Какая-то жижа, которая обволакивает тело, очень скользко. І сибірське родео. Найяскравіші емоції тільки у нас. Настав останній день експерименту. Каміла прокинулася рано і вивчає завдання на сьогоднішній день.
Последний день своей сельской жизни. Одевайся теплее. Тебя ждут сибирские приключения. После закончу работу по хозяйству. Опять работа. А вечером можешь расслабиться в кругу моей семьи. Бюджет на сегодня 300 рублей. Ох, я сегодня богата. Швидше збирайся, багачка. Тато вже зачекався. Так, ну, Камила, поедем мы сегодня на рыбалку с тобой. На этом? Я боюсь на этом ехать. Будешь тут как царевна. Сани были очень низкие, то есть я подумала, что я, можно сказать, в прямом смысле буду ехать попой по снегу. Ну-ка, осторожно, пожалуйста. Я ощущала каждый бугорок. Если меня перевернуло бы, я бы, наверное, задохнулась бы в этом снегу. Ну вот, прибыли мы на место. Как вы на этом катаетесь? Спасибо. Похоже на рыбака будешь. А где рыбачить будем? И он указывает мне на холм снега и говорит, что вот речка там. Ну, я поняла, что речка вся во льду. Мы тут в воду не провалимся, дядь. Да нет, не должны здесь. Как не должны? Мороза много было. Пошли, пошли, айда, не бойся. Вот так. Ну все, вот это бур у нас такой. Будем сверлить лунки. Айда, попробуй, не бойся. У нас речки не леденеют в городе. Для меня это было просто дико. Ой. О, а как в масло идет? Ты? Руки у меня болят. Не помогу тебе. Ой. Вот. Якщо лунка готова, можна і до риболовлі приступати. От опускаєш її до дна, ну і потім помаленечку так киваєш. Пробуй. К рыбалке приступила она вроде как с желанием, пока не замерзла. Потом, видимо, ей это все надоело. Дядь Коля, ну я уже так час сижу. У меня уже сосульки из носа свисают. Я домой хочу. Сегодня снежок, тепло. Ну где ж тепло? Я просто там одубела. Оп, 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 клюет, клюет. Ну-ка тащи, 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 тащи. Ну вот, видишь, ну вот, молодец. Я несколько радовалась рыбке, а тому, что наконец-то я поймала рыбку и пойду домой. Но дядя Коля сказал, что одной рыбки нам недостаточно. Значит, будем сейчас еще, наверное, тогда рыбачить. По-моему, опять клюет, наверное. Ну-ка пробуй, пробуй. Вот, 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 видишь. Вот видишь, молодец, хорошо тебе. Поймала еще одну. Я себя чувствовала просто обалденно. Я поймала всего 3 маленькие рыбешки, но мне казалось, что я завалила целого слона. Не дарма кажуть, что новачкам щастить. А в Баку сон Маші солодкий. Дівчина тільки прокидається. Цікаво, які завдання приготувала для неї панянка. Отправляйся в спа, тебя ждет уникальная процедура. После шопинг с моей подругой. Ну а вечером самый роскошный клуб Азербайджана откроет перед тобой свои двери. Можешь потратить сегодня $7000. До встречи, Камила. Ого! Маша не гає часу и відправляється на шалено дорогу, але дуже специфічну спа-процедуру. У вас, значит, сегодня нафталановые процедуры. Нафталином. Непонятно, что сейчас меня ждет. В Азербайджані так багато нафти, що вона буквально лється рікою. І найбагатші жителі цієї країни, і туристи приймають унікальні ванни з нафталану, особливого сорту цього чорного золота. Ну, Маша, готова до незвичного лакшері – релаксу? Когда я зашла в помещение с ванной, запах стоял отвратительный, мне жутко не понравилось. Жесть. Мамочки, боже, это... Что-то непонятное, какая-то жижа, которая обволакивает тело, очень скользко. И вообще она, ну, на ощупь как-то не очень приятно было туда погружаться. И да не бойся. Это очень неприятно, фу. А почему неприятно? Что такого там неприятно? Ну это же нефть. А чем она полезна? Она улучшает и кожу, улучшает кровообращение, и давление она вот стабилизирует. Даже есть омолаживающий эффект. Когда Нигяжа сказала мне о пользе процедуры, я задумалась, что, наверное, стоит потерпеть и получить удовольствие. Маша насолоджується купанням в нафті, а Камілу в селі ковбаса чекає
менш релаксуюче завдання. Зараз бакинська модель відчує себе справжнім перукарем. Правда, для баранів. Вот тебе інструмент, пойдем. Так, чтобы их вычесать, мне же нужно их поймать. Лови любую, держи ее хорошо, садись на нее прям. Расчесывать так? Да, и так, расчесывай ее, расчесывай. Не, давайте по-хорошему. Сейчас Камила вам сделает укладку. Сейчас. Держи рога. Я понимаю, что барашка с рогами поймать намного легче, потому что его можно схватить за рога. Поймала! Держи, хорошо. И держи, вот. Ой, вот как красота какая. Все вычесывай, все какашки оттуда вычесывай, чтобы бока, да, давай, ему... бока. Какой красавец становится расчесанный. Молодец. Давай, подходи. Надо всех причесать? Конечно. Ее, хватай ее. Все, он у нас. Вот. Все. Все, пошли. Мне, конечно, стало страшно не за баранечка, а за Камилу. С рогами! Стой! Держи! Стой! Садись на него правильно! Держись! Молодец! Для меня это уже было принципиальным, его вычесать. Я больше не могу. Встать. Домой. Вставай. Этот баран все соки из меня выжил. Вижу, эти работы не по тебе. Не приручила панянка сибирских баранів. Занадто моторні вони виявилися. А тим часом селяночка в Баку продовжує насолоджуватися благами розкішного життя. Разом з подругою панянки Маша відправляється на шопінг в один з найдорожчих бутиків міста. Я, звісно, люблю по магазинам ходити, але такої можливості, такого вибору у нас немає в деревні. Я люблю класичні речі, не дуже вичерні, якихось нейтральних цвітів. От юбочка, да, така длина моя. Маша одразу відрізняється від наших городських дівчинок і по одежі, і по розмову. Ты вообще когда-нибудь комбинезоны носила? Мне нравится, но так как у меня широкие бедра, ну, обычно как-то их стараюсь спрятать. Это брюки трапеции, тут бедра не будет выделяться. Mm-hmm. Я думаю, что будет красиво. Если Маша была немножко стройнее и худее, мы бы легче могли подобрать образ, потому что в таких бутиках иногда не бывает размеров больших. Я принесла тебе туфли. Ты примерь, посмотри, какие тебе больше нравятся. Мне не лезет колодка. Туфли Лабутен, узкий нос. Они всегда были неудобны, но это считалось красиво. Для меня пускай будет неудобно, но будет красиво. Носить и терпеть неудобную обувь, я не готова на жертвы такие. Ух ты! Очень красивое платье. А на вешалке оно как-то как елка выглядело. Но когда я примерила на себя, оно очень удобное, пушистое, не похоже уже на елку. Ух ты! Вот это мне нравится. Для меня вот это привычней. Вот можно еще даже вот дополнить вот этой жилеткой от Prada. Сейчас на тебе 12 тысяч фанат. У меня даже слов нету. Знать, что на тебе сейчас полквартиры, даже не представляю, как так можно тратить деньги. Примеривши еще парочку нарядов, девчата сделали выбор. Поспішай до каси, Маша. Ваша сума составила 1000 манат. Візьміть. Спасибо. Благодарю вас за покупку. А для повноти образу не вистачає всього кількох штрихів. Маша відправляється в салон краси, де з неї зроблять справжню королеву. Камила на фото такая красотка, у нее роскошные волосы. А сделайте, пожалуйста, из меня такую же сногсшибательную девушку. Пойдем мыть голову. Хорошо. Прикрашали селяночку не одну годину. Ультрасучасний макіяж, розкішна зачіска. І перед нами справжня бакинська світська левиця. Да ладно! Это вообще космос просто. Я правда звезда какая-то. Поки Маша милується своїм відображенням у дзеркалі. У селі Ковбаса прийшов час відпочинку. Велика дружна сім'я Макаревичів зібралася за столом не працювати, а відпочивати.
Баба Валя и баба Мотя. А вот дед? Известный гармонист – это дед Вася. Ай, известный. По старинке был известным. Очень приятно. Меня Камила зовут. Папа Маши был проводником в этот вечер между тем поколением и моим. Расскажи нам, Камила, как у тебя три дня этих? Долго тянулись или быстро они пролетели? Они пролетели быстро. Почему? Потому что я настолько уставала в течение дня, что вечерами я просто отключалась. Конечно, было очень трудно привыкать к этому климату, вообще к этому морозу. У меня аж нос болел, когда я дышала этим воздухом. Вообще, ты, наверное, ожидала какую-то романтичность такую вот? Ну, романтичность у вас тоже есть. Снег, тишина, людей нет, как в сказке. Мы этого всего не видим. То есть в Баку очень редко идет снег. Я думаю, все-таки Маше нужно здесь рожать детей. Село должно развиваться, рождаемость должна повышаться. Это село может расти и развиваться. Они могли бы, конечно, многого добиться. Поговорили, пора й веселитися. Адже за столом найкращий гармоніст села ковбаса. Ну, виходи. Покажете, как танцевать по-русски. Я поначалу отказывалась, потому что стеснялась. А потом разочмелилась. Поиграй-ка, поиграй-ка, играй-ка. Помаленьку. Ну, весело, повеселились, попели. Пусть приезжает к нам в гости Камила. Мы будем рады. Жить здесь навсегда я никогда в жизни не смогла бы. И это, наверное, связано с тем, что все-таки я слабый человек. А в Баку вечір тільки починається. Витончена і оновлена Маша відправляється в один з найкращих нічних клубів столиці Азербайджану. Ох, і погуляє сьогодні молода вчителька. Клуб и я – это, мне кажется, несовместимые вещи. Для меня это не мое. Шикарно выглядит, а там... Когда я увидела Машу сегодня, честно говоря, я обалдела. Она была очень женственная, и у нее даже глаза блестели в темноте. Это было очень супер. Час подкорювати танцпол. Когда я вышла на танцпол, то я немного смущалась, но смотря как зажигательно танцуют Эмин и Юля, мне хотелось уже тоже расслабиться. В итоге мы так зажигали, что все в Баку смотрело только на нас. Маша просто сяє и продолжает выкрадать сердца бакинских чоловіків. Сегодня Маша была у нас звезда танцпола. Она очень быстро привлекла к себе внимание. Ей тут же подарили цветы. Мне было безумно приятно получить букет от незнакомого мужчины. Столько подарков, впечатлений, эмоций, сколько я получила в Баку за эти три дня – я его не получала, наверное, еще никогда. Ось так закінчилась, мабуть, найнеординарніша для дівчат подорож. Вони багато чого навчилися за ці три дні і багато що пережили. Що дав їм цей обмін і які висновки вони зробили? Дивимось. Здравствуй, Маша. Привет. Это очень красивая, худая, высокая девушка. Наконец-то мы с тобой увиделись. Я именно такое себе представляла. Ну как тебе здесь, Маша? Рассказывай. Мне очень понравилось. Баку – это просто сказка. Чувствуешь себя уже практически как дома. А что тебя больше всего поразило? Мне безумно понравилась твоя семья. Я просто... ну, влюбилась в твоего папу, в его добрые глаза. Ты счастливый человек, что у тебя такие родители. Поняла, что я так люблю своих родителей, и без них я очень скучаю. И они самые важные люди в моей жизни. А как тебе моя работа? Маш, ты пример для своих учеников. Я хочу, чтобы ты своим детишкам внушила то, что нужно развивать это село. Если вы все оттуда сбежите, то села просто скоро не станет. Для меня это как какой-то кусочек рая отдельный. От тебя многое зависит. Как тебе было жить в моей жизни? Когда одели на меня свадебное платье, для меня это было вообще так трогательно, символично. Уже, наверное, пора. Я задумалась, что, наверное, уже пора выходить замуж. Хочется уже своей семьи. Еще мне очень понравились ваши мужчины. Вот их открытость, их щедрость. Я рада, что тебе понравилось. Маш, у меня есть для тебя сюрприз. Я подарю тебе кусочек Азербайджана, бакинская пахлава и
наши азербайджанские фрукты. Хорошо, спасибо большое тебе. Пожалуйста. Я поняла, что за эти 3 дня я намного изменилась. Я очень много страхов переборола. Я уверена, что мне после этой поездки мне станет просто легче жить. Я стала сильной, я стала терпеливой. То, чего мне так не хватало. Я просто горжусь собой после этого. Мне кажется, что я стала на все 100% другой. Я поняла, что путешествовать – это очень здорово. И то, что нужно стремиться побывать в разных странах. Столько эмоций, которые я получила здесь. В обычной жизни я такого не испытываю. Я обычно более сдержанная, менее эмоциональная. И Баку мне запомнится надолго.